Ну чё, закупились этими дверьми, да. Сейчас повезем, позориться будем. Да ладно. Поехали скорее в Макдак. В Макдак? Угу. Поехали. Белые ночи. 11 часов. Конечно, поэтому на видео темно. Да, ничего не видно. Двери. Итак, вчера мы купили двери. Сегодня мы будем их, наверное, ставить. Но для начала нужно подготовить там потолочное перекрытие для утепления и проклеить скотчем эту, блин, плёнку. Да, плёнку, короче, на потолке. Дурацкий двухсторонний скотч. Не нащупать его вторую сторону. Чё смеешься? Так. Давай лезь. Ищи. Ноготками. Чё, получилось? Блин, накаркал. Да. Супер строительные леса. Техника безопасности. Крыша. Я вам так и скажу. Нормально. Мы сейчас кладем здесь дополнительную лагу. Тут и вон там. Ну там еще нет. Сейчас я принесу. Чтобы нам нормально утеплить потолок. Потому что здесь почему-то оказалось слишком большое расстояние. Хотя я не знаю, на что мы рассчитывали. Но сейчас я здесь делаю по 60. Даже по 58. Ну вот. И надо, так сказать, подготовить всякие подпорки под вагонку, под обшивку. Там в углах, чтобы ее можно было куда-то прибивать. Чтобы к потолку можно. Надо будет вот здесь вот сверху досочку прибить, чтобы она выступала, чтобы к ней можно было вагон прибить. Вот, потом, ну, потом надо будет уже заняться утеплением стен. Поедем за вагонкой. Ну, дальше посмотрим, что будет. Вот, перегородили мы еще перекрытие дополнительно здесь. И теперь будем... Что будем делать? Ой. Пойдем обедать. Пойдем. Вот мы набили планки из остатков дюймовки сюда, сюда и сюда. Вот это чтобы когда мы будем прибивать вагонку, ее было куда прибивать. Здесь и на потолке вот здесь, соответственно. Вот, а что тут в остальных местах, в принципе, расстояние маленькие. Вот, а вот здесь, там будет пробиваться, нужно будет иметь запас. Вот так вот. Вот такая вот узенькая дверца. Сейчас пытаемся ее установить. Вот мы собрали коробку под нее.
Так вот. Поставили мы эту дверь еле-еле. Вот, дверь по уровню-то ровно стоит, а вот эти перекладины у нас совсем кривые. Что-то не фокусируется. Вот. Еще у нас автооткрывание дверей происходит, когда я сюда встаю. Сейчас. Вот дверь я закрыл. Вот она открылась. Вот я дверь закрыл. А, она открылась. Но только на меня срабатывает. Ну-ка, Вика, ты пройдись. Да пожалуйста. Ну нет, нет. А я пройдусь. Свыше 50 килограмм. Ну, короче, вот так вот. Вот такая вот дверь деревянная. Все, на сегодня больше не будем работать. Мы тут сегодня помчали за теплоизоляцией. Вот, загрузили в машину и две загрузили на крышу. Едем как старики 40 км в час. Вот мы привезли. Четыре пачки влезли. Надо еще три. Надо еще оттаскать это все кому-то. Давай, давай. Вот привезли мы тут кучу Роквелла, разгрузили его, и сейчас будем утепляться. Угу. Ну, Вика. Ну, чё? Классная такая вот эта эмульсия, да это средство от комаров, только она и помогает. Тебе, меня вообще не кусает. Угу. У нас тут эпический провал произошел. У нас стол не пролезает. Мы уже поставили дверь. И везде у нас расстояние 60. Стол у нас тут, наверное, 70 или 80. У него эта голова, никак он не лезет. Не знаю, что теперь, то ли стол пилить, то ли ломать стенку какую-нибудь. Ну вот, фокус-покус. Стол переместился. Как мы это сделали? Надеюсь, никто не узнает. Оставь секрет. Секретик. Вот у нас идеально входит с небольшим натягом, потому что мы расстояние между лагами сделали заранее не 60 сантиметров, как сама теплоизоляция, а 58-59. Вот тут вот, в этой стене у нас вообще вот они сами, наверное, под собственным весом стоят. Ничего. Вот.
Вот так вот продолжаем утеплять. Здесь вот 100 миллиметров эта стена, потому что она в дом. Здесь 150, вон там 50, вот эта плита 100. Вот тут еще пока 50, только вот здесь уже тоже проложили сотни. Ну и вот сейчас доделаем, а то, что останется, уже маленькими, маленькие вот эти вот дырки мы проложим. Угу. Как ламинат. Ну вот и все. Осталось только вокруг коробки засунуть, утеплить там маленькие щели. А так 150 миллиметров с уличных стен и по сотни. Ну, еще стены вон там кусочек. Которые... А там тот кусок не зарешит, потому что это будет утепляться с той стороны уже, когда... Да, это то помещение, да, оно с той стороны будет утепляться. Поэтому здесь мы закроем и уже... Колючая такая вата. Сейчас мыться пойду в душ. Все руки у меня колются. Кашель от нее. Надо скорее уже все здесь обшить. Это, конечно, не стекловата, но каменная вата. Все равно с нее что-то. Все равно мерзость. Скорее надо этой пленкой проходить. Мы купили пароизоляцию в виде фольги на крафт-бумаге, чтобы она отражала тепло, вот, не выделяла там всякие гадости. Полимеры. И эфиры, кефиры. В общем, сейчас будем... Эй! Вот такая курагриль получается у нас в фольге. Алло, это телевидение? У нас клад зарыт в окне. Бежим проверять. Только не мимо. Вот это клад. И стамесочка еще. Ну. Что-то я тут подгрел. Надо заклеить будет. Давай, прорезай. Ну, короче говоря, вот мы все сделали. Фольгированный крафт-бумагой. Тут у нас кое-где сосборило, но я не думаю, что это очень страшно. Сейчас мы проклеим здесь лентой алюминиевой. И все, можно будет обшивать вагонкой. Париться. Хотя мы уже тут запарились. Здесь реально парилка. Да, очень душно тут. Ну, как-то так. Привезли мы 10 пачек вагонки. Сейчас будем таскать. Да? Будем таскать? Ну ладно, всем пока.